Франчайзи бизнес-школы «Минибус» завершили обучение, успешно пройдя курс проектного менеджмента. На протяжении недели директора и преподаватели из Киева, Винницы, Одессы, Новой Каховки, а также Кишинева и Москвы погружались в основы проектной деятельности, генерировали идеи, прошли ряд личностных мастер-классов от известных тренеров по раскрытию своего творческого потенциала и развитию эмоционального интеллекта. Мы получили здесь массу знаний, массу рекомендаций, очень крутой и классной энергетики, потому что общение, понимание опыта прошлого, видение того, куда нам нужно двигаться и какими максимально быстрыми шагами, ресурсами мы можем это сделать, это нельзя купить, это нельзя приобрести, это можно хотеть иметь. На мастер-классе от бизнес-тренера Елены Бондаренко франчайзи из разных городов учились преодолевать страхи, которые часто мешают достигать поставленных целей. Потому что если вы запрограммировали стать успешным франчайзи, просто стать успешным франчайзи, да, то прошел год, два, три, пять, успех в чем? Где? Как вы поймете, что вы достигли успеха? Один мастер-класс, который звучит как «Работа со страхами и успех в бизнесе». Цикл курсов для всех директоров и преподавателей рассчитан на то, чтобы постепенно сформировать эффективные команды во всех филиалах бизнес-школы, работающих по уникальным методикам и единым образовательным стандартам. В комплексе занятия, которые проводятся несколько раз в год, дают франчайзи не только практические знания, но и личностный рост каждому участнику. Ну, конечно, дорогого стоит. На самом деле, это очень дорогого стоит, когда люди отдают настолько тебя для того, чтобы ты лично вырос и ты лично стал успешным. Ну, я этого нигде не видела, и мне кажется, даже этого нигде и нет. В этом году на обучении, что было очень приятно, мы погружение делали на уровне эмоциональном, чтобы стать эффективней, чтобы стать еще лучшей командой, чтобы перестать переживать, избавиться от страхов. По завершению второго курса проектного менеджмента директора и преподаватели филиалов «Минибус» получили сертификацию, а также возможность применять полученные знания в своих школах, готовить детей к ответственному этапу, созданию и реализации их бизнес-проектов, а также к участию разного уровня чемпионатов по предпринимательству.